Привет из солнечной Черногории, я Алдушин Роман. Сегодня у нас отличный день, небольшой дождик, но это не помеха для того, чтобы... Что делать? Ездить. На машине ездить. Путешествовать. И мы сегодня все вместе отправляемся по маршруту Тивот, Котор, Негуши, Цетинье, Будва. Ну и назад, конечно, до Тивота. Попробуем. Село Негуши, есть вот такая табличка, на которой написано «Горожда» и нарисована такая какая-то крепость. Будете проезжать мимо, не проезжайте. Рекомендую туда заехать. Там одна из самых великих австрийских, австро-венгерских крепостей, которая была построена еще в 1882 году. И ее нету в туристических путеводителях. Едем туда! А мы решили не идти дальше, потому что сильные порывы ветра нас просто сдует. А мы едем по серпантину, одному из самых опасных в мире, черногорский серпантин, который имеет 25 поворотов. На 25-м повороте высота составляет 1000 метров над уровнем моря и крутой обрыв. Даже не знаю, стоит ли выходить показать вам. Наверное, не особо будет видно. Да, поверьте, на слово. А мы подъезжаем к селу Негуши. Вот, собственно, и табличка Негуши. Едем. А мы тем временем потихоньку и не спеша добрались до села Негуши. Вот такое оно. Тихое и спокойное. А вот, собственно, здание почты. Вот оно. Оно всегда открыто. Особенно в рабочие дни. Сегодня четверг, 11 часов. Тут тоже рынок. Смотрите, сколько людей. Все прям нас ждут. Чем же эта местность знаменита? Местность знаменита тем, что здесь жил правитель, черногорский правитель в 1830 по 1851 год. Местный авторитет, которого звали Негуш. Ну как авторитет? Правитель великий. А вот его и, собственно, куча. Куча по-черногорски означает дом. Негушева родна куча. Вот. А в честь него на горе Ловчин есть мавзолей. Вы там все были, наверное. А если не были, стоит заехать. А вот так изготавливают черногорский паршут в таких домах.